Хунды тәйгішіт. Тәния, барғыжнаймыға байын қылтыс хындай әртіне. Вот так по старинным бурятским обычаям нас встречали в Баенголе Баргузинского района. Энгельсина Будзанаева и Ирина Пасхадиева прожили в селе всю жизнь. Сохранение культуры предков, передача традиций следующему поколению – вот первоочередная задача для бабушек. Мы уже 30 лет участвуем с Ириной Гамбоевной в этом фольклорном ансамбле Баенгалы Гургулденут. И там мы все обычаи, традиции, ну, делаем эти обряды, сценарии. И вот и там тоже стараемся петь эти народные песни. Еще одно детище, которое бабушки взвалили на свои хрупкие плечи – музей. Раньше он располагался в школе, затем его передали в колхоз, а в годы перестройки о нем и вовсе забыли. Восстановили коллекцию издания 2 года назад силами и на средства неравнодушных жителей Баенгола, что называется, с миру по нитке. Однако официального статуса музей так и не получил, а значит и ответственного лица тоже нет. Статус бы, если музей получил, работника бы мы нашли. Но мы, старые люди, вот так ходим, охраняем. Когда приходят люди, обращаются, откройте музей там про своих родственников, предки хотим узнать, мы открываем, показываем. Коллекция музея, может, и небольшая, но интересная. Насчитывает порядка 200 экспонатов. Большая часть посвящена колхозу, но есть вещи, связанные с бытом бурят. Это значит базын шанга. Горячая базу, когда самогон арши делаем, там остается половина такой белой пищи. И вот этой горячую вот эту жидкость этим доставали и угощали гостей, своих детей. Другой зал посвящен выдающимся землякам, выходцам села. А есть экспонаты, которые и вовсе не выставлены. За их сохранность бабушки очень переживают, ведь охранять музей круглые сутки они не могут. Самовар старинный из латуни 18 века. Утюги старинные есть тоже из этой из чугуна, поэтому сейчас металл ценится, поэтому мы боимся принести. Бросать сделанную работу на полпути боимся. И хочется, чтобы музей сохранился и работал, чтобы наши дети приходили, смотрели, чтобы наши дети гордились своими предками. Так что приедете в Баенгол, обязательно загляните в музей. Вы узнаете много интересного об истории края. Тем более гостей здесь встречают с особенной теплотой. Екатерина Устюшенко, Федор Модынов, телекомпания АТВ.